Те люди, которые сидели в тюрьме, в прямом смысле слова, то есть приходили прокуроры и говорили, типа, любые деньги заноси, лишь бы выходи, потому что нужно было пополнять бюджет. Притом, я понимаю, что у нас не любят сейчас нынешнюю власть, потому что, ну, может быть, как в Украине, у нас, ну, есть свои проблемы, есть свои... Ева, пожалуйста, отойди. Я извиняюсь, это дочка у меня интересуется. Золото, нет. Вот. Ничего и, страшного. То есть, соответственно, была такая, в прямом смысле такая ситуация, что заходили прокуратура, ну, то есть не прокуратура, а вот те, кто, кому это надлежало сделать, они приходили в тюрьмы и в прямом смысле слова говорили, те, кто за финансовые дела сидели, они, соответственно, говорили, любые деньги заноси и выходи, почему, ну, ты зря сидишь здесь. Нужно я это слышал просто еще год назад, я не помню, в какой-то передаче это было, и, ну, я же там не живу, знаете, как всегда говорят, и я говорю, надо в Грузии пожить, поскольку мы знаем только понаслышке. Вот смотрите, стройка, говорили, что Миша там много чего строил, это все строилось за счет нас. Дороги. Я вам прямо в смысле скажу, так как я автодорожник, ну не по профессии, но мне, грубо говоря, мы этим делом занимались, и у нас из-за этого были тоже проблемы. Автодорожники. Я, например, ни одного практически автодорожника не знаю, кто бы там не делился, ну я имею в виду там, не заносил в прокуратуру деньги, не сидел в тюрьме, кто отказывался. Опять же, стройки, которые... У нас, я вам скажу, есть такой район, называется Кахетия. В этой Кахетии были объявлены тендеры на постройку лампионов. Я на русском правильно говорю, не знаю. То есть свет, который освечивает, лампочки, которые освечивают город. Человек выиграл тендер, и ему там буквально там, грубо говоря, если очень утрированно сказать, лампочка перегорела, лампочка там не горела и так далее. Человека просто кинули, ему сказали, что мы не принимаем ваш объект. То есть, соответственно, это все остается же в бюджете, это деньги. Опять же, то есть потрачено, человек сделал, он там брал в долг, там, грубо говоря, трубы, он там все строил, он сделал, он откопал, он рабочим, ну, как бы, грубо говоря, кинул, получается, рабочих, потому что ему не заплатили деньги. И, соответственно, все эти деньги, которые должны были быть выплачены, они остались в бюджете. Все, то есть, грубо говоря...